помните правила маленького принца из романа «Экзюпери»? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Этим руководствовались учащиеся первой цивильской школы, приняв участие в республиканском эколого-просветительском проекте «ВТОРБУМ». Что натворили мы в 20 веке? Что стало с экологией Земли? Мы пластиком все засорили, и моря, и реки. Мы не делать этого могли. Нам надо экологию беречь. Так звучит главная мысль проекта. Привить детям любовь к природе, привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды – вот главные задачи проекта. Кстати, цивильская школа номер один не случайно выбрана местом старта проекта. Именно ее ученики год назад стали лидерами программы «Бумажный бум», направив на переработку 25 тонн макулатуры. В этом году только второклассники смогли собрать 5 тонн макулатуры и пластика. Собирали, знаете, везде. В деревне у бабушек, дедушек собирали. Даже они ходили по подъездам, как мы в свое время. Поэтому удалось. Наверное, вот дети, видя вот такие акции, принимая участие в таких акциях, вырастут достойными людьми, уважающими свой край, любящими свой край. Экологический квест, урок хранителей воды, выставка экспонатов историчного сырья и, разумеется, сбор макулатуры и пластика. Все это в программе проекта «ВТОРБУМ», в котором, кстати, ученики школы принимают участие с удовольствием. Я считаю, что этот проект, он очень нужен. Он вообще самый основной, мне кажется. Потому что в прошлом году вот это мероприятие у нас проходило глобально, потому что вся школа участвовала в этом. И потом подхватили остальные школы в нашем районе. Много классов сдавали, тоннами приносили. Это было настолько глобально, что аж не верилось, что люди как бы занялись этим, стали улучшать экологию нашего района. Пропагандой бережного отношения к природе занимается отдельная агитбригада. Мы убираемся в нашем школьном парке и следим за экологией. Не только за экологией нашей школьной территории, но и за экологией города. Иногда мы можем выйти, выходить в парки. Да, в другие расположенные в нашем городе или даже в цивильском районе. Помогать природе задача не из легких. Здесь важно участие каждого жителя нашей планеты. Ведь чтобы решить глобальную проблему, нужно начинать с малого, например, с себя. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.